Прошедший накануне авиасалон «Макс» стал самым посещаемым за свою историю. Количество гостей и участников превысило 450 тысяч человек. Около 300 тысяч из них прибыли на мероприятиях на автобусах «Мострансавто». Об этом сообщает пресс-служба «Мострансавто» со ссылкой на генерального директора предприятия Владислава Мурашова. Доехать до самого ожидаемого авиашоу его гости-участники могли как на личном, так и на общественном транспорте. Для первых было организовано 7 парковок, для вторых – бесперебойно функционирующие автобусные маршруты. На протяжении 6 дней работы авиасалона «Макс» обслуживала компания «Мострансавто». Все замечательно, прошли без проблем, очереди были совершенно терпимые. Автобусы даже были, было даже свободно в автобусе с Быково добираться сюда. Так что мы очень довольны. Всего на «Максе» в этом году работали 220 автобусов «Мострансавто». Они совершили почти 5000 рейсов по 5 специальным маршрутам от городского округа Жуковский до территории проведения салона. Самым посещаемым днем «Макса» стала суббота, 22 июля. В этот день автобусы «Мострансавто» перевезли свыше 130 тысяч гостей и участников мероприятия. Мария Лапчева, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.